Всем привет! Привет! Всем привет, зрители, подписчики канала на Ютубе. Ну что, у нас сегодня завтрак. Так, давай кушать, Говорушка. Так, у нас сегодня поздний завтрак, время 10 часов, сегодня отлично, все повыспались, да? Практически в 20 минут 10 все встали. Ну, вернее, Вероника, потом Илюша. Нет, снега у нас уже нету, да, вчера тут дождь был со снегом. И снег практически уже то, что было с утра вчера, да, растаял. Так вот, легкий морозец сегодня был, наверное, 0-1 примерно, и все. Так, ну что, у нас завтрак. Всех с праздником, кстати. Да, кто живет в России, отмечает День народного единства. Да, с праздником. Этот Новый год еще будет после. Сегодня 4 ноября, как бы считается, раньше, был праздник 7 ноября. Вот. Сегодня 4 день народного единства, да? Так, у нас на завтрак что? Омлет. Не омлет. Папа сделал мне яичницу. Ну, омлет. Для тебя будет омлет, да. Сыр, колбаска. Да, с беконом, чтобы дети не захотели, но я не стал. И у меня рыбка. Рыбку будете? А. Чего? Лучше колбасу, да, чем рыбку. Рыбка тоже хорошая, Сайра. Так, Вероника, за стол. Давайте за стол и будем играться, да? Так, разговаривал я уже с Татьяной в 9 часов утра. Они уже позавтракали. Там подъемы разные. Папа. Что? Папа. Что? Папа. А, кофе папа будет делать? Да, папа сейчас будет еще кофе все делать. Вот, и, в принципе, еще час времени получается у них там как бы раньше. Так что, собираются, кстати, сегодня после игры, они в цирк. По нашим деньгам, я позвонил, это не грех, будем сходить. Ну, они-то там идут командой, цирк. Вот, команда идет, Владика, Динамо. Еще там некоторые команды. И по нашим деньгам получается 150 рублей все билет. Это самые дешевые. А вы когда выздоровеем, Илья, ты когда выздоровеешь, хорошо? Надеемся, мы за эти 3 дня, пятницу, субботу, воскресенье, все уже будет хорошо, да? И ты пойдешь в цирк, и Владик пойдет в цирк. На тигр посмотреть, да? Да. Хорошо. Так, ладно, Танюшка там мне несколько видео прислала, что-то все равно связь плохая там у нее. Команда пойдет, Динамо, Владика, в цирк. Они сейчас будут играть, 12 и 5 у них игры. По-моему, 7 лишь у них, по-моему, мероприятие назначено. Пока они в санатории, там с Людиного тоже приехали, Татьяна уже видела со всеми. Да, со своими, ну, кто были в Людинове. А? Пить. Ты кушаешь, пить? Так, ладно, все, всем приятного аппетита, да? Да, будем завтракать, созваниваться еще, узнавать сейчас 12 часов первая игра. И увидимся немножко попозже. Попозже увидимся? А то мы так будем сейчас разговаривать долго. А? С Новым годом, садись кушать, все. Всем приятного аппетита. Итак, ну что, время уже почти час дня. Да, детки наши, что вы делали? Кушали. Нет, вы рисовали, да? Ну, потом посмотрим. Мы там сразу каляку-маляку понасорили больше. Каляку. А нечего было на полу, а? Нет. На столике что-то делал? Сейчас хорошо посмотрим. Так, ну что, уже известны первые новости. Владика команда Динамо выиграла 4-0. Владик забил гол. Да, выиграли у команды Зимбр. И мама там переживает, болеет, конечно. Владик забил гол. Да, да, по-моему, второй. Вот, что еще? Радость, молодцы. Говорит, команда Зимбру из... Да, команда Зимбру из Молдавии, вторая, по-моему. В общем, говорит, на голову выше, говорит, ребята были жестко играли, но молодцы, выиграли. Обезьянку, хорошо. На тебе обезьянку. Ну, играйтесь получше здесь. Болит голова, да. Лекарства выпили после еды, хорошо. О, вроде температуры нет, слава богу. Почти есть, конечно. Все-таки у нас насморк. Илья. Аккуратно, пульт. О, танцоры идите. Танцы. Так, аккуратно, упала? Аккуратно, Вероник. Вот, что еще? Сейчас они едут на обед обратно в санатории. В общем, как она мне объяснила, 25-30 минут они едут, конечно, далековато. А сейчас я расскажу. Вот, Любинова команда выиграла у команды из Ногинска 9-1. Первый там списывались с Сашкой. Поздравил я его, молодцы, говорит. Ну, так что пока сегодня еще будет последний у них игра, сегодня по расписанию получается в 5 часов вечера. Вот, надеемся, что все-таки сегодня выиграют и займут пока первое место в группе. Что это? О, поприлепили. Ну что вы поприлепили? Теперь надо ножницами отделять. Кто это конфету прилепил к обезьяне? Сейчас папа ножницами будет.
Да? Да. Да. Это мило, это вот, сейчас, короче, они едут обедать, обратно в санаторий, менять деньги вроде, потому что нашел я там, не знаю, интернета нету, не может они отослать никак видео, не знаю, если я еще подожду, сейчас, вот, должна она еще прислать несколько видео, и чтобы я сделал этого влог, который сегодня выйдет, не знаю. И сказал я насчет интернета, может быть, подключит МТС, там есть интернет в Беларуси, 4G услугу или там 3G, я не знаю, какое там покрытие все-таки есть. В общем, попробует, потому что не дело без интернета с места, получается, телефон не то, я ей только звоню. Ну что вы делаете, а? Танцора диско, а? Танцора диско. Так, ну что, пойдемте посмотрим ваше там художество, творчество, да? Да? Ну, обезьяна все будет выключать. Я. О, пойдемте. Итак, ну что тут показываете? Вы тут... Паровозики. Почему один только паровоз, а где остальное все, красный паровоз? Вот, каляки-маляки тут рисовали, а? Илья, где тут? Вероника рисовала? Да. Вероника тут солнышки убрал. Так, а кто карандашик не убрал? Вот, два карандашика убирайте, еще осталось. Что тут у тебя еще? Один паровозик зеленый и синий получился, потому что все понасмешали, все, весь песок по разным этим. И вот такие вот паровозики. Или что еще, ну, одна только формочка, остальные где? Остальные где формочки? М? Нигде. Илюшка. Нет, потому что все непонятно. Илюша. Да. Илья. Илюша, и ты там рисовала, да. Ну давай. Давай разноцветного делай. Ну, Илья. Переворачивай. Илья. Посильнее. Ты много слишком сделал песка, наверное. Да. О, вот такой разный. Зеленый-синий паровоз. Где ты хочешь, да? Хватит. Что тут еще тут делали? Вот что еще, да? Мелом рисовали у нас. Дом, окна, да, Илья? Да. А стирать? Тряпочка где у нас? Нету. Нету? Почему нету? Мы не хочем. Не хочется. Так, ладно. Мама посмотрим. Мама? Мама приедет по 4 дня, еще нарисуете. Ладно, посмотрим. Так, ладно, что? Туда-сюда, это через час будем укладываться спать, да, как вчера? В 2 часа, да? Хорошо? Нет, не сейчас, попозже, да, немножко? Попозже. А детки, хорошо? Да. Чего? Чего? А чего, как и чего? А как ты хочешь? Папа, я... 2 часа, 5 встанете, покушаем, папа. Да, будем играться. На улице же нам сон не ходить, в такую погоду мерзлявая. Мокрая сырость сделала. Вот и Вероника сделала паровозик. Хи-хи-хи-хи-хи. Я. Ища. Я покажу. Выхлывайте. Давай. Ну, давай. Ну-ка. Ну-ка, делай. Давай, папа, поможешь, давай. Смотри. Так, вот добавишь. Ладно. Песка еще добавлю. Что, вот, подожди. Нет. Ну, еще. Что, нас надо заполнить полностью формочку. Песочком. Все. Нет, все, еще не пати. Все. Подожди, нет. Еще не все. Все, ты пати. Подожди. Папа с мамой завтра приедет. Послезавтра. Давай переворачиваем. Сколько? Ну, все, поднимай. Оу, паровозик получился, да? И все. Да. Так, ладно, давайте теперь это играйте, потом будем убирать в стаканчики. Видите, здесь уже положили почему-то зеленый. Зачем ты я зеленый ложил сюда? Зеленый надо сюда ложить. А здесь должен быть красный, потому что понамешали. Вот, а здесь оставляем только один красный. Маленько, еще один. Вот. Ладно, увидимся немножко попозже. Итак, ну что, у нас уже вечер, да, вот таких, как я говорил, в принципе, вот. Так, ну мы сегодня здоровались, Вероник. Да, открываем киндер-сюрпризы. Детки покушали, хорошо сегодня опять поспали. Что опять за киндер-сюрприз у нас? Ледниковый период, да. Так, ну что, второй матч, если честно, мы не знаем, как сыграла эта команда Владика Динамо. Не знаю, что вначале было 1-0, наши вели. Вот, а сейчас созвонился с Татьяной, и, короче, не получается ничего с роликами, с интернетом там, не знаю. Короче, что есть, то я сейчас буду уже, я думал, дождаться. Не может мама звониться, даже не звониться, а ролики мне выслать, и посмотрим, потом уже другой тогда влог выйдет, который с роликами. Вот, сейчас она едет с подписчиками, купила билеты, она приедет только завтра, в воскресенье, никак там билетов нету. Приедет только завтра на Московском, уже поздно вечером, где-то в начале 12-го, на автовокзал наш. Вот, а сейчас она с подписчиками едет в машине. Ну вот, с Леной и ее семьей, так что встретилась она. Мама, да!
Так, сюда. Что это? А, у нас такая же? А, нет. А, была такая, да? Да. А, была такая же у нас все. Ну, что, что, Вероники? Они все из коллекции. Открываем киндеры. Так, давай открой, зубами начинаешь открывать. Ну-ка, папа рукой сможет? Не сможет? Ну-ка, оп. А, то же самое, да? Да. То же самое. А, нет. Мамонт. А мамонт у нас не было, да? Или был? Не было. Не было мамонта? А, не было мамонта у нас. Не было. Или был. Я уже забыл, что у нас было. Вот такая игрушечка, в общем. Коллекция. Да. Детки киндеры кушают из коллекции. Так что такие новости, в принципе, как я уже обещал, потому что влоги, в принципе, такие домашние, ни о чем, в принципе. Тут и сижу с детками, лечим Илюшу. Пока сегодня температуры вообще не было, сейчас еще день вечера. Вчера была вечером температура, посмотрим. Вот, ну и созвонимся с Татьяной уже попозже, скорее всего, уже сейчас я буду готовить. Будем что, макароны кушать с сыром? Да. Ну я не знаю, я делаю сейчас фаршик с соусом. Да. Будете, не будете, я не знаю. Не будете, не буду. А, Илюша, мы вот покушаем? Я хочу, я буду. Вот видишь, ты, фарш не буду, а что это будет? Соус. Соус будешь, да? Угу. Нет. Соус с фаршем надо кушать, и макароны с сыром. Ладно, ладно, с сыром будете кушать, да? И с вашей любимой колбаской, да? Угу. Так, кушайте, ладно, киндер. Увидимся немножко попозже, узнаем результат матча. Знаю только, что команда тоже Брянска-Степина два матча выиграла своих сегодняшних. Это то, что я знаю. У нас пока не знаю, что Татьяна, конечно, она не будет звонить никуда, спрашивать. Я уже приеду, когда в санаторий, естественно, уже узнает. Получается, сегодня две игры, завтра еще одна игра у них. И потом уже стыковые как бы, матчи, там 1/4 финал, все такое. А мама уже завтра приедет, да, Владик уже приедет. Ну, посмотрит, что-нибудь купит вам, конечно. Вы же без этого не можете купить посылку. Ладно, сейчас пообщается хорошо с подписчиками, с нашими, вот, из Беларуси. Так что всем большой привет у нас смотрит из Беларуси, да? Большой-большой привет! Привет! Да, кто смог, кто не смог, короче, созвониться с Татьяной больше, да, действительно, значит, интернет. Надо было немножко это дело продумать, я считаю, что купить симку сразу первый день, МТС-овскую ихнюю с интернетом, чтобы все это прошло. Сообщение вообще, вчера она отправила 2 или 3 видео, и все, больше не отправляется. Вот я не знаю, ни в iMessage, ни там, ВКонтакт, чтобы личное, чтобы я смог видео посмотреть, ни WhatsApp, вот, не знаю, почему так все это. Wi-Fi только у нее в санатории, а это очень далеко от самого Гомеля, получается, получится езды. Я знаю, сейчас сделаем. Так, ладно, скушали яички? Нет. Да, мультик смотрите. Нет. Нет, 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 кушайте. Так, ладно, все, увидимся немножко попозже. Детские конфетки, попозже увидимся. Да, да. Итак, ну что, время у нас 8:30, у нас уже ужин, в принципе, как я и говорил, еще раз напоминаю, что влоги такие необычные у нас, каждодневные, да, домашние. Так, у нас ужин, макарошки с сыром, да? Ну что, дети не захотели есть с подливкой фарш и под соусом болоньезе, ну, это уже дело ихнее, да? С сыром, да, вы будете? Молодцы. Так, ну что, в принципе, Татьяна еще сейчас едет уже в санаторий, я еле дозвонился до нее, потому что телефон не отключился. Вот была где-то там в торговом центре, не знаю, с подписчиками нашими, в общем, не знаю. В общем, я, если честно, даже по результатам, я не знаю, вторую игру, как сыграла Динамо, и не буду ничего не говорить. А, алфавит, да, молодцы. Вот. Илюша, кушай колбаску и вместе с макарошками. Вот, так что такие, в принципе, дела. Так, ладно, завтра Татьяна приезжает, завтра у нас суббота. И Маша будет кушать сейчас, все будут кушать, да? Так, Вероника, сядь, пожалуйста. Сядь, пожалуйста. Сядь. Сядь. Сядь, пожалуйста. Вот, сядь, пожалуйста, и кушай, пожалуйста, это. Макароны и это. Сейчас я еще вам попить налью, да? Кашу. Да, Илья? Кашу. Кашу, да. Да, наверное, будем прощаться, потому что, в принципе, наверное, новостей больше никаких не будет. Влог, кстати, сегодня, вернее, сегодня, не сегодняшний, а вчерашний поздно выгружается, потому что, не знаю почему, но эта выгрузка на YouTube очень плохая, очень долгая, и с нескольких раз я пытался выгрузить. Дай бог, часиков 9, начало 10 выгрузится. Хорошо. Так, ну что, будем прощаться? Завтра приедет Татьяна, надеюсь, мы этот ролик снимем с ней, когда она приедет. Посылка. Да, с посылкой. И уже когда детки лягут спать, конечно, потому что это будет поздний же ролик, но надеемся. Так, ну что, будем прощаться? Ставьте лайки.
ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте пока. А лайк, шамака, шамака, лайк, шамака. Всем до встречи, всем пока. И, в принципе, уже наши детки все сказали. И еще раз и удачи Владику нашему, да? Да, 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 третий день турнира. Вернее, второй день турнира, и чтобы все было хорошо у них. И увидимся же попозже. Пока! Завтра на что? Суббота, 5 ноября. Да? Всем пока!